Всем привет, дорогие друзья, с вами Абази, продолжаю с вами проходить игру под названием Far Cry по-русски на реалистичном уровне сложности. Вот я вам показываю, да, у нас уже девятая часть прохождения этой игры. Это у нас уже седьмая глава, которая называется, сейчас посмотрим, Крепость. Да, все, погнали, начинаем. Да, ну я, конечно, очень сильно бомбило, вот, когда проходил главу базы, это просто что-то нечто в конце, это, блин, меня так бесило просто. Это база последняя. То, что еще там простреливал снайпера сквозь стену. Простреливали почти там, кто еще находился в этих бараках нахер. Это что-то нечто просто с чем-то. Надеюсь, такой хуйни здесь не будет. Я решил молчать, потому что этот... А чё, я... Там один мат-перемат будет. Смысл. Так. Ну, туда можно спуститься вниз. Так. Ну как тут можно пройти-то? Там мост. Ну, здесь, я думаю, все нормально будет, вот эти мутанты. Прыгают, блин, твари. Так, да, войдите в крепость. Мы крепость уже видели. Так, сейчас туда войдем. Я, короче, вот перед тем, как записываюсь, посмотрел, за сколько я вот прошел эту главу. Ну, я имею в виду, когда проходил первый раз на канале. За 20 минут, что я прошел, поэтому будет эта глава короткая. Не будет длиться час 20 нахер, как вот тогда вот. Прошлое видео. Ай, блин, глаз зачесался. Капец. Ладно, идем. Thank you.
Так, там есть машина? А, тут я все равно никак не пройду, видите? Невидимка, блядь. Ну почти. Сейчас я эту винтовку возьму. Раз, два. Никого. Это я, пожалуй, возьму. Да, пока за различными сложностями. Так. Ну да, вот там нас мост ожидает. Нас. А, тоже поинтереснее. Странно то, что типа тоже как. Если трагены не чувствуют запах, что ли. Че они из кустов к ним прыгают? Так было бы поинтереснее. Так, продвигаемся дальше. Что ничего там не видит? Охеренно. А, плевать, ерунда какая-то. Войди в крепость. Простейшее задание. А, да вот откуда твари. А ну выходи! Ладно, будем знать. Будем знать то, что там находится тварь.
начинается? У меня просто нервы пошаливают. Сейчас это хуета. Что здесь произошло? Пиздец, конечно. Мразота, а. На нахер. На. Ну чё, откуда вы еще будете стрелять, говнюки? Они вниз смотрят еще. Давайте, короче, ребята, искать этот вход. А, я его уже нашел. Нашли, ребята, этот вход. Отсоси! Да пиздец, блядь. Как открыл, только сразу начинает пулять, а. Мразота. Попал. Горяченького захотелось. Я, сука, до тебя доберусь, мразь. Так, подземные уровни. Карта доступа. Давайте искать. Так, 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 так. Ну, вроде там должна быть эта карточка. Или здесь вообще? Честно говоря, я вообще не помню. Все, забыл. Кажется, что где-то здесь должна быть аптечка. Ой, этот, блядь. Карточка.
Эй, кто там? Ну или здесь вообще? Вряд ли здесь. Нет, 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 нет. Говорит, там. Хотя у меня есть другая идея. Теперь ты мой. Она может даже здесь снизу находиться. Или здесь вот. Все-таки здесь, блядь. Найдите вход в мутагенную фабрику. Нахуй туда посмотрел? Могу просто дальше пройти. Опа, вот это поинтереснее. Это уже поинтереснее с этими невидимками. На реалистике. Да, электричество. Ну да, это еще один паркур, ребят. Паркур, короче.
Нет! Надо брать другое оружие, не это. Ну, сохранение было-то. Нет, я бы здесь сохранение на самом деле не добавлял. Так было поинтереснее. Не, пожалуй, электричество отключать не буду. Мне еще фигня пригодится, чтобы остальные не проходили. Yes. А к чему это нас готовит? Это что еще такое? Эту херню я помню. Тут видите гранаты. Сюда мы что ли должны закинуть здесь? Да, вот. Все. Я помню эту херню, эту комнату. Я помню, когда типа первый раз я проходил, я тут затупил, типа. Там нам вот в этой комнате подсказывали типа гранаты и все такое. О, заспавнился. Мудак. На тебе, мразь. Скотина. Чтобы я тебя не видел больше здесь. Тварь. Наконец-таки прошли, спасибо всем, кто смотрел, и всем пока.